catch my breath. Remind me how it feels to hear your voice. Ты математику ты сделал? А нафиг она мне нужна? Ты серьезно думаешь, что она тебе не пригодится? Ну, сомневаюсь. Здравствуйте. Здравствуйте. Кем вы работаете? Я работаю педагогом-психологом. Нужна ли математика ваша профессия? Ну, я считаю, что да. Математика непосредственно пригодилась мне в моей профессиональной деятельности. Потому что, во-первых, знания математики помогают мне грамотно выстраивать логические цепочки и схемы в решении каких-либо вопросов или проблем. Во-вторых, знания математики помогают мне и моим клиентам устанавливать причинно-следственные связи. В-третьих, я работаю с большим количеством информации, где необходима точная обработка. И вот знания математики помогли мне в работе с графиками и таблицами. Поэтому я считаю, моя профессиональная деятельность непосредственно связана со знанием математики. Как вы думаете, нужна ли будет вам математика в жизни? Да, да, конечно. Как вы планируете ее использовать? Ну, математики в институт не поступишь. Хорошо, спасибо. Татьяна Васильевна, нужна ли вам в жизни математика? Нужна. Каждый день я сталкиваюсь в магазине, на занятиях, при выполнении практических работ, например, всегда. Используем числа. Нужна ли вам математика в жизни? Да. Тем более, когда я физмат, мне обязательно нужна математика в жизни. Каким образом вы планируете использовать в своей жизни? Ну, я собираюсь получить высшее образование, и математика мне будет очень нужна. Спасибо. Елена Александровна, как вы используете математику в жизни? Математические знания, безусловно, в жизни очень нужны. Это счет финансов, безусловно. Это измерения какие-то, которые мы проводим. Знать даже в швейном деле, где чего убавить, отнять, добавить. Вот. Ну и дети тоже наши ходят в школу, помочь им нужно с учебой. В этом смысле без математики мы никуда. На первый взгляд может показаться, что работа судьи – это чисто гуманитарная деятельность по применению норм закона. Вместе с тем это далеко не так. В своей повседневной деятельности мне приходится перепроверять работу бухгалтера по начислению заработной платы, рассчитывать доли в праве собственности на жилое помещение, индексировать не вовремя выплаченные денежные суммы. Все это невозможно без знания математики. Я являюсь начальником лаборатории неразрушающего контроля. Проведение неразрушающего контроля напрямую связано с математическими расчетами. Например, при ультразвуковом контроле рассчитываются углы ввода, скорости ультразвуковых волн согласно закону Снеллиуса. А при магнитопорошковом контроле рассчитывается напряженность магнитного поля и сила тока. Данные расчеты напрямую связаны с качеством выполнения неразрушающего контроля и безопасностью движения по изолению.